Всем привет, друзья! У нас зимний коп. Приехали в такой вот чудесный зимний лес покопать. Грунт копается. Зарыли вот деду хабар удар. Попробуем походить. Думаю, должно быть что-то интересное здесь в этом леску. Будем пробовать. Что найдем, обязательно покажем. Смотрите, не переключайтесь. Господа! Да, Александр. О, кума у нас находочка, Александр второй. Так, а что ж, а копейка. 1759. Ну во, я ж тебе говорю, что лес это так. Прям сверху лежало, подожди. Ну. Зачет. Поздравляю. Во. Так, у меня там тоже что-то пищит, пойду копать. Ребятки, вот прям недалеко от дороги, вот там вот автомобиль наш стоит, вон кум ходит, копает. Вот в ямке выскочил, наконец-то, в том году царского серебра не было, в этом году вот белончик выпал, друзья, я уже протер его. Конечно, глядел, думал, СССРовская монетка. 905 год, 10 копеечек, мешком протер, бодрый сохран. А, есть, в этом году сразу белон. Вообще класс. Класс, 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 друзья. Класс. Этот лесок мне нравится. Супер. Супер, как блестит. О, зачет. Ладненько, продолжим. Еще здесь ходить, бродить. Так, друзья, очередной сигнал, но могу ошибаться, но мне кажется, что это было колечко. Вот здесь так. Ой. Сейчас покажу. Вот здесь так тоненько идет сзади. А здесь что-то было припаяно, какой-то щиток. Сейчас поищу, может, найду. Да, было колечко 100%. Медное, со щитком, перстенек. Буду искать, может, он где-то здесь. Так, господа, почему-то в этом лесу находки находятся почти вот на краю леса все. Глубже туда зашел, блин, нет сигналов. А здесь выпала у нас монетка. На этот раз уже советик. Думал, советиков здесь нет. Кум царя поднял, я белон царский. Думаю, ну все, царь один. Нет, советик, сейчас будем глядеть какой. Это поздний, друзья, поздняя душечка 70-го года, но монетка, зачет, спасибо дедушке хабару, забираем. Вот так вот. Ветерок холодный, так прохладненько немножко, температура где-то плюс один, но ветерок прохладный из-за этого. Еще ходим, ходим, ходим. Ребята, у меня нет слов, одни эмоции, такая громадная монета, друзья. Это просто, я не знаю, я волнуюсь. Гурт вижу. Да ладно. Да ладно. Офигеть, я не верю, просто. Рублевич. Охренеть.
Охренеть! Это рубль! Это рубль, мать его! Парни! Затертый, конечно, но ничего. 46, чистый сигнал был, глубокий. Екатерина! Вот, друзья, я до сих пор просто еще в шоке. Вот ямка, глубоко был. Вот прям дорога. Охренеть. Охренеть, просто. Просто. Катькин рубль. Друзья, мечта идиота сбылась. Затертый, но сойдет. Рублевич. Рублевич. Гурт. Все дела, ребята. Охренеть. Просто. Деревья как попадали, ребят. Хочу снять вам. Сами от ветра. Вот так вот. Ходим, ходим. Пару часов еще до темна есть. Может еще что-то будет. Хотя с меня уже достаточно, можно сказать. Вот, кум еще двушечку нашел. Покажем вам в обзоре в конце. Советскую, раннюю. И у меня следующая находка. Вот такой вот перстенечек, по ходу дела. Сейчас буду доставать, извлекать. Равнять не буду, потому что то лопнуло. Вот, ребята. Землю достал. Колечко с камушками. Блин, фокусируйся. Вот, красота какая. Блин. Не, медное колечко. Медь вот прорисовывается. Все равно зачет. Забираем, конечно. Обалденный лес. Такой вот. Обалденный. Продолжаем еще. Вот, господа, камушки очистил. Такая вот красотища вообще. Вообще красота. Четыре камушка. Серенькое, медненькое колечко. Охренительно. Просто. Продолжаем, продолжаем. Так, господа, второй день поиска в этом же лесу. Продолжаем. Ну, пока вот у меня находка. Такая пуговка какая-то интересная. Сегодня втроем с кумом и с женой ходим. Вот, пока вот так вот. Такие дела. Есть, господа, первая монетка у меня на сегодня. Вот она лежит, красавица, еще не поднимал. Сейчас буду глядеть. Да, СССР. 80-го года. 80-го СССР. Советик, трешечка. 80-го года. Вот такая вот находка. Хороший лесной сохран. Спасибо дедушке Хабару. И продолжаем. Так, ребятки, не отходя от кассы. Вот. Одна ямка закопанная. Вот вторая. Еще копеечка, тоже, наверное, совет. Сейчас тирану. Да, 70-го года, советик. 70-й год. Но находка все равно, забираем. Вот так вот. Так, ребятки, у кума у нас медаль выпала. Такая вот зачетная в лесу. Сейчас не знаю, может, в другое место переедем. Вот такая находка. Все, ребятки, вечереет. Поднимается сильный ветер. Я на сегодня, пожалуй, находился. Вот мои находочки. Рублевич. Катин.
Билончик Николая II, двушечка 70-го года. Колечко вот такое замечательное, с камушками, медное. Ну, это колечко, друзья, начал выравнивать, блин, сломал. Ну, буду паять, спаивать, тоже интересное такое вот. Был щиток, но, к сожалению, нету. Блин, чуть нажало, но медное, думал, ну, чуть-чуть выровняется. Она раз и на четыре части вот развалилась. Спаяю, думаю, в коллекции будет нормально. Все, друзья, кум подошел, вот его находочки. Копеечка Александровская 59-го и двушечка 38-го советика. Все, господа, подошел день к концу. Мои находки сегодня по советик, троечок и копеечка 70-й год. Пуговка вот еще такая, не знаю. Дырки неровные, какая-то как самодельная. Вот, кум рассыпуха у нас. Бомбанул советов, ну поздние тоже, вот все 61-го, двадцаточки, пятачок, троечка, десяточка, ну и медаль вот у него выпала царская. Не помню за что, или за крымскую войну, или за турецкую. Крымская, по-моему, крымка. В хорошем таком сохране. Бодрая. Николай I, Александр II, по-моему, здесь вензели. Вот, ну и Ася у нас бомбанула ложечка, наверное, серебро. С таким вот Юрием Долгоруким на коне. Сзади тоже имеются вот клеймо какое-то. И что-то 2C. Ходячку 5 рублей. Ну и ранний советик 40-го года, пятачок. Вот такие находки на сегодня. Так, все, господа, подошел второй день копа к концу, начинается рабочая неделя. Увидимся в следующих видео. Всем пока.